Эта волшебная история произошла в далеком детстве. Я никогда не верил в сказки, пока сам не оказался в необычной ситуации. Ты кто? Я зубная фея. Я тебя другой представлял. Ты еще Белоснежку не видел. А зачем ты пришла? У меня все зубы на месте. Я знаю. Вот так и началась эта история. Я решил, что люди больше никогда не будут терять свои зубы. И главное, помните, в первую очередь вы врачи. Кто-нибудь, человеку плохо! Здесь есть врач! Тут все просто, у него гиперемирована десна в области 46-го зуба, пульпит на 24-м зубе и глубокий кариес на 11-м зубе. Разойдитесь, пожалуйста, это мой клиент. Благодаря профессии стоматолога я стану успешным человеком, у меня появится Xbox, свой собственный хоровод. Ой, то не вечер, то не вечер! Хотя нет, зачем мне хоровод? А вот машина бы не помешала. Даже когда ситуация кажется безвыходной, я всегда найду способ помочь человеку. Унучек, так зуб болит, а до ближайшей поликлиники 40 километров. You need a hero. Давай, внучок! Будучи стоматологом, я даже стану истреблять зло. Следующий. Ирочка! Да, Андрей Юрьевич? Готовьте раствор гипохлорида. У папочки сегодня много работы.